Перед началом этого ролика лишь скажу, верите или нет, подобным слухам, как всегда, ваше дело. Я делюсь вам утечками исключительно в целях ознакомления и настоятельно рекомендую ждать официальных анонсов от команды Михую. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Парадайз. И сегодня мы поговорим с вами на тему того, кто будет в баннере Альбеда и Иолы из четырехзвездочных персонажей. И первым, кто, возможно, будет в баннере Альбеда и Иолы, а я напомню, что это новая система баннеров, и там будет сразу баннер и Иолы, и Альбеда, в котором будут также три персонажа, потому что 6 персонажей четырехзвездочных, это было бы слишком жирно. Первым и самым имбовым персонажем в баннере будет Беннет. Еще раз повторюсь, возможно, он будет, я не знаю. Но его очень давно не было. А точнее, он был в баннере Кадзухи, который был 29 июня по 20 июля. Беннет — это имбовый четырехзвездочный пиро персонаж, который тебе точно нужен в пачку, потому что он обладает стихией пиро и хилит твоих тиммейтов. Также имеет неплохой урон и неплохие таланты со звездиями. Поэтому нацелься на него и постарайся его выловить. Вторым героем в баннере у нас будет Розария. Да, она также была в баннере с Кадзухой, напомню, который был 29 июня. Но я считаю, что, возможно, Розария тоже должна быть в этом баннере. Потому что Розария отлично сочетается с Альбедо и неплохо с Иолой. Она обладает стихией Крио, имеет достаточно хороший урон и отличные созвездия. Также Розария очень красивый персонаж, за который его многие любят. Ну и последним персонажем в баннере у нас будет, повторюсь, возможно, Наэль. Почему Наэль, скажете вы? И я в прошлых своих роликах про баннер Тарталью, про баннер Йоймию говорил, что должна быть Наэль в этих баннерах. Но почему она должна быть сейчас? Во-первых, разработчики долго тянули. Не вставили ее в баннер щитовиков с Томой. Почему же она должна быть здесь? Скорее, потому что Альбедо обладает геостихией. Ну и Иола Крио. Тут, конечно, непонятно. Но, во-первых, Наэль очень давно не было. А если посмотреть на то, когда она последний раз была в баннере, то это 20 октября 2020 года, когда как раз-таки был баннер Кли. Она очень давно выходила. Я думаю, разработчики выпустили уже почти всех персонажей. А Наэль до сих пор не было ни в одном баннере. Поэтому Наэль должна быть здесь, и я считаю, что ее место в баннере заслуженное. Также, пока ты не ушел, посмотри мои другие ролики, они тоже интересные. Но у нас на сегодня все. Ставь лайк, оставляй комментарий, подписывайся на канал, нажимай на колокольчик, чтобы тебе приходили уведомления о новых роликах. Пиши в комментарии свою позицию по этому поводу. Желаю тебе удачи. Также сейчас выйдут ролики, которые ты можешь посмотреть после этого видеоролика, если, конечно, он тебе понравился. И по традиции, пока-пока, увидимся в следующем ролике.